Технически к отопительному сезону готовы, но запускать еще рано. Об этом заявила директор теплоснабжения города Одесса Анна Позднякова. Она рассказала, что Одесская ТЭЦ полностью готова к обогреву, однако погодные условия еще не вынуждают включать батареи в квартирах. По прогнозам гидрометцентра, такие условия сохранятся до начала ноября. Ми, як і говорили до того, технічно на 100% готові до старту опалювального сезону. У нас є діюча угода з «Нафтогаз Трейдинг». Вона була підписана 4 жовтня цього року. Тому ми очікуємо кліматичних умов, які будуть відповідати середній добовій температурі нижче 8 градусів тепла протягом 3 днів і вашого розпорядження відповідно для старту опалювального сезону. И любопытные наблюдения от одесситов. Отопления нет, а квитанции есть. Люди активно начали получать платежки за сентябрь в середине октября. При этом в коммунальном предприятии говорят, что отопления не будет еще минимум полторы недели. По словам руководителя предприятия, такая ситуация возникла после заключения новых соглашений по поставкам газа. Анна Позднякова утверждает, что они вынуждены платить авансом за газ, поэтому просят потребителей платить за тепло без отопления в доме. Это рекомендуемый платеж, поэтому за его неуплату санкций не будет. А тем, кто заплатит, эти деньги пересчитают за ноябрь.